Впервые термин «тридемия» употребили американские медики, когда выявили одномоментное заражение гриппом COVID-19 и респираторно-синцитиальной инфекцией, преимущественным поражением нижних отделов дыхательных путей. Сейчас этот термин употребляется в более широком контексте. В нашем случае, может быть, термин не совсем правильный, потому что у нас сейчас на территории действительно циркулирует ковид, циркулирует грипп и возбудители других респираторных вирусных инфекций. То есть это не один какой-то вирус, это целая группа вирусных заболеваний, которые имеют сходную клиническую симптоматику. При тройном заражении проявляются симптомы всех заболеваний – высокая температура, боли в мышцах, першение в горле, насморк. Лечится тридемия комплексно, поэтому лучше всего обращаться к специалистам, которые проведут диагностику и назначат подходящие препараты. Переносится единовременное заражение тяжело, поэтому лучше подстраховаться и сделать прививки. Вакцинироваться от коронавируса можно в поликлинике по месту жительства. 40 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в регион в конце 2023 года. В первую очередь медики ждут людей с хроническими заболеваниями, а также тех, кто старше 60 лет. Вакцинироваться от гриппа можно будет только осенью 2024 года. А вот что касается коронавирусной инфекции, то несмотря на то, что ситуация с ней сейчас относительно благоприятная, тем не менее, это заболевание остается достаточно серьезным для пациентов с ослабленной иммунной системой, и поэтому рекомендации проводить повторную вакцинацию один раз в год, они остаются актуальными. В Ульяновской области случаи единовременного заражения встречаются нечасто. Например, в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы с начала года зафиксировано всего 2. Однако, по прогнозам специалистов, пик заболеваемости еще впереди, поэтому необходима профилактика. Не забывайте носить маски, мыть руки, регулярно поддерживать чистоту в помещении, проветривать, а также вести здоровый образ жизни и принимать необходимые витамины. Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.